открытие этого пространства – это был итог очень серьезных размышлений. Все нас уже знают как пионеров на рынке стоматологии, космических пионеров. Да? Мы принесли сюда другие стандарты, самые последние мировые стандарты лечения. Стоматология – это очень инновационная и очень техническая наука. И для того, чтобы мировые стандарты в лечении были действительно на самом топовом уровне, недостаточно только высочайшей квалификации врача. Должна быть высочайшая хай-тех-технология и высочайшая квалификация технического персонала. Это первое, что мы понимали глубоко, но проработав в клинике полтора года, мы поняли, что ситуация на Украине, особенно в нашем регионе, катастрофическая. И это, собственно, стало поводом для вдохновения. Да, второе вдохновение – это, поняв ценность, суметь воплотить все достижения сегодняшние в бизнесе, в сферу продвижения инновационных технологий в медицине, умение создавать протоколы, умение обучать этим протоколам для работы с инновационным оборудованием. И, конечно же, счастливые лица клиентов и счастливые лица врачей. Второй очень серьезной кризисной точкой в нашем регионе и вообще в Украине являлась низкая база техническая. Врачам приходилось выдумывать, на чем работать, быть кулибинами, изобретать велосипед заново. Мы смогли на сегодняшний день удовлетворить их потребность, дать очень хорошую базу и научить работать на этой базе. Эти два элемента нас очень сильно вдохновляют в нашем проекте и являются нашим мотиватором, движимой силой. Сегодня мы объединили здесь три элемента. Первое – это, конечно же, обучение. То, о чем мы говорили, изучение этих современных протоколов, изучение материала ведения, потому что очень много материалов приходит, новых и инструментов. Второе – это непосредственно продажа этого оборудования, инструментов и доставка клиенту, врачу в клинику для того, чтобы он работал. И третье – это удовлетворение потребности в производственном обеспечении. К нам приехали доктора, хирурги из Киева, Харькова, Одессы. Мы сами всегда очень любим делиться своими знаниями и наработкой. И, конечно же, мы любим учиться у лучших. Почему они приехали? Потому что мы уже с ними работаем вместе 2 года. Потому что здесь, в том помещении, где мы находимся, будет на постоянной основе проходить обучение для стоматологов. Нужно учить ассистентов стоматологов. Нужно проводить разнообразные курсы тематические по имплантации, по пародонтологии, по ортопедии, по реставрациям. То есть их очень много. Стоматология никогда не стоит на месте. С одной стороны, море новых технологий разрабатывается. После каждого открытого конгресса, после каждой выставки в Кёльне выходят на рынок новые методики, новые протоколы, их нужно отрабатывать, им нужно обучать. Подрастает молодое поколение, им нужно дать в руки инструменты. К сожалению, качество государственного образования на сегодняшний день, у нас очень много работает молодежи ассистентами, они горят, они хотят учиться, но мы не можем им позволить учиться на пациентах. Поэтому для того, чтобы молодого специалиста подпустить впервые к человеку, даже под контролем ментора, нужно очень много теоретической части здесь получить, практической на симуляторах и практической уже с людьми. Люди будут лечиться здесь бесплатно, но только после этого человек, собственно, может подходить и лечить пациента в клинике. Ну, то есть это то, что касается обучения. Да. Основные партнеры – это Bowers Implants, потому что они тоже являются драйверами изменений, они являются менторами будущего производства в Украине и развития имплантологического продукта. Они работают тоже с очень высокими стандартами. Мы едины в ценностях, мы едины в векторе развития, поэтому мы вместе создали эту платформу. Еще в первый день, когда только-только мы снимали ретуширование, был представитель компании Evoclar Vivadent. Увидев это все, он сказал, что в мире такого нет. В скором времени мы представим городу Днепр еще один проект нашей компании, которые будут работать на здоровье наших любимых клиентов.
Здесь будет интересно, мне кажется, и врачам-стоматологам, и зубным техникам. Ну, врачам-стоматологам, потому что здесь можно обучиться, здесь очень сильная материальная база. Помимо фантомов, где есть симуляторы лечения, есть установка с лицензией, где можно проводить настоящее стоматологическое лечение. Ну, в стоматологическом бутике можно купить что-то для своей практики, а лаборатория на сегодня предлагает очень интересный вариант сотрудничества для врачей-стоматологов. Это бесплатная аренда интраорального сканера, да, по сути, который может вам заменить цифровые оттиски, которые заменят вам альгинатные, силиконовые или полиэфирные тискные материалы. Все, что для этого нужно, нужно выполнять определенный объем заказов для лаборатории. Сканер вы получаете бесплатно и просто не пользуйтесь. Предложение такое уникальное. Раньше ни в Украине, ни в странах СНГ я не сталкивался ни с одним производителем, который это делает. Вот. И, наверное, добавлю только, что нам, как производителю Денсплайсера, она очень приятна. Это просто видеть, как здесь живет наше оборудование, работает и радует зубных техников и врачей-стоматологов. Уважаемая ML Medical Group, разрешите от компании Сплайсерона вручить вам вот такой знак отличия, который называется «Стратегический партнер по направлению CAD/CAM лаборатория». Пусть стандарт и качество, которые у вас уже есть, только становятся еще лучше. Вот, и пусть новое, то, что у нас появится, может быть, 3D принтер, он тоже здесь обретет свое место и будет приносить радость от работы и хороший результат. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Очень благодарю. В нашем CAD/CAM-центре AMOL CAD/CAM Lab происходит создание самых на сегодняшний день красивых улыбок в городе Днепропетровске и не только. Здесь у нас происходит операционная создание этой улыбки, как вы можете увидеть. Все создается в программном продукте. Пользуемся новейшими программными продуктами для создания этих эстетических реставраций. Этот подготовленный файл отправляется на наши пятиосные фрезерные машины. И дальше уже происходит создание, выпиливание из нужного материала нужной реставрации. На сегодняшний день мы остановили свой выбор на двух производителях, это Денсплайсерона и Ивогля. Машины себя зарекомендовали с очень хорошей стороны, справляются со всеми поставленными для них задачами. Фрезер выпиливает хирургический шаблон для навигационной стоматологии. Простыми словами, это направляющая для постановки импланта. У доктора-хирурга при операции нету шансов неправильно поставить имплант, и получим на выходе правильно установленный имплант с правильно установленным потом на него зубом. Эта машина также сама пилит абсолютно все. У нее есть прелесть того, что у нее есть обойма, в которую заряжается 8 дисков. И эта машина просто для наших объемов, уже когда нам маленьких этих машин стало не хватать, мы уже приобрели этот аппарат, который позволяет работать нон-стоп без остановок. И еще один второй его друг тоже от Денсплайсерона. Тоже замечательный трудяга в нашем коллективе. Выпиливает из диска оксид циркона мостовидную конструкцию, которая в дальнейшем будет индивидуализирована керамическими массами. Создание и планирование того, что хочет пациент. Надо прежде всего понять задачу, чтобы пациент ушел довольный и гордился нашим результатом. Это происходит как раз таки здесь. Это есть фотопротокол, есть фотодиагностика, фотоанализ того, чтобы правильно понять задачу, которую нам
поставил и доктор, и пациент. Такого пространства, как сделали мы здесь сейчас, мне кажется, нет в Украине, потому что наши техники достаточно открыты. Они ждут любого врача. Тут прямо открытое пространство, в которое может прийти врач со своей работой. Он может сдать работу, принять работу, обсудить все с зубным техником. И это сейчас настолько быстро, качественно. Ну, то есть то, что дает наша техническая лаборатория, наш CAD/CAM-центр, это скорость, качество, которых в нашей стране до сих пор еще не было. Тем более этого не было в городе Днепр. Мы надеемся, что сможет стоматология Днепропетровска выйти на новый уровень, на качественное цифровое, ну, быструю услугу для наших клиентов. Мы планируем в наш учебный центр привозить лекторов со всего мира. Мы ищем самые интересные темы, самое новое, все, что появляется. У нас будут переговоры с итальянскими лекторами, с немецкими. Ну, то есть мы хотим все то, зачем раньше мы ездили далеко за границу, мы хотим привезти в Днепр. Впечатление о центре, все очень грандиозно, ну и это очень современное, суперсовременное пространство, конечно, и открытие одновременно, кроме клиники и магазина, и лаборатории, и учебного центра, я думаю, это, ну, очень серьезная такая правильная бизнес-модель, которая охватывает, ну, практически весь стоматологический, да, там, рынок услуг и для врачей, и для пациентов. И для молодых врачей, и для курсантов. То есть, как бы, ну, я считаю, что это пример, какой должна быть стоматология сегодня. Досвід, мені здається, перший в Україні, оскільки тут перекликаються різні галузі, які в свою чергу доповнюють одна одну. Крім того, це дає можливість розвивати молодь, давати їм можливість навчатися сучасним технологіям і відповідно надавати послугу нашим людям, які власне і потребують її. Так що все супер. Якісно укомплектована лабораторія, взагалі дуже цікавий підхід, концепція вибудована від на мою думку, від А до Я. Тому враження лише позитивні і великі надії, що дійсно все буде функціонувати так, як задумано. Є надзвичайно великі перспективи такого підходу. Я думаю, що це досить унікальна річ в стоматології, в стоматологічному підході на даний момент в Україні. Прежде всего, это инновационное пространство, которое открыли, думаю, в Украине не так уж и много существует вообще лабораторий, а такого уровня это первое, потому что здесь собраны все самые передовые, последние на рынке, которые в оборудовании, да, которые существуют на данный момент. Ну а мы со своей стороны организовали целый вот такой конгломерат от производства дентальных имплантатов до производства коронок индивидуальных, до производства индивидуальных абатментов, обучающий центр, который открывает большие перспективы для развития имплантологии, стоматологии и всего, что связано с дентальным миром для Украины. Пациент может быть уверен в качестве. Он может наблюдать полностью весь процесс от и до.
Здесь малое вмешательство человеческого фактора, так как все автоматизировано, все процессы. Плюс ко всем, так как открывается обучающий центр, наши стоматологи могут постоянно совершенствоваться, открывать для себя что-то новое, повышать уровень квалификации, и пациент может быть уверен, что он идет к реальному специалисту. Стоматологу надо только захотеть, а наши двери открыты для любого стоматолога. Открытие этого замечательного инновационного центра стало возможно также благодаря компании Bowers, которая представляет и производит великолепный украинский имплант Bowers. И благодаря их помощи мы смогли открыть такой замечательный центр, в котором мы сможем комплексно реализовать вопросы поднятия и технического обслуживания стоматологов, и обучения, и продажи всех необходимых для стоматологов расходников и оборудования. И здесь же в том числе будет осуществлена и продажа импланта Bowers. Да, в программе нашего сегодняшнего мероприятия обязательная экскурсия. Мы поедем на завод IBM Technology, познакомимся с тем, как высококачественно изготавливают продукцию, что заложено в технологичность продукции, почему мы с уверенностью говорим, что это украинский продукт швейцарского качества. Это очень уникально, это очень ценно, это правда удивительно. Это то, что это производится в Украине, у нас в Днепропетровске. Загружается прутик и уже подается на механизм обработки самого титанового прутка. Сейчас это самое последнее передовое оборудование, которое существует в мире. Оборудование японское, японской компании Tsugami. Станки, которые обладают 4 и 5 осями, которые могут производить разные элементы, которые необходимы в имплантации и в протезировании. Сейчас они все в масле, в соже, возможно, в стружке, в каких-то примесях, домесях, то есть под станках. Мы, естественно, такой продукт не можем отдать или упаковать куда-то дальше. Поэтому у нас существует второй этап, который называется дегризерный. Потом наши импланты, либо протетика промываются холодным протоком. Ультразвуковая чистка проходит. Если необходима электромагнитная голдовка, это когда наши какие-то протетические компоненты избавляются от заусенец, кромок острых. Существуют и электромагнитные голдовки. Поэтому мы проверяем абсолютно каждую единицу, которая выходит из-под станка, на соответствие параметрам заявленным, чертежам и качествам. Каждые 15 минут оператор из-под станка берет добровольно какую-то продукцию и несет под компаратор. Компараторы вычисляют с точностью до 1 микрона. То есть, если вы понимаете соединение имплант плюс абатмент, насколько оно будет плотным. Если компаратор показывает, там замеры делаются по оси X, по оси Y, показывает, что замеры верны, то дальше станок продолжает действовать. Если где-то пошла какая-то неполадка, приходится разбираться, почему такое произошло. Это либо какая-то описка в программном обеспечении, в программе, которая написана для станка, либо это что-то с инструментом. То есть инструмент износился, и его он нуждается в замене. Именно с пескоструя начинается создание поверхности. С помощью этой установки мы создаем макропористую поверхность. Для наших имплантов мы выбрали поверхность SLA, потому что проанализировали рынок, да, какие исследования существуют. То есть SLA является сейчас более такой передовой и используемой. Чтобы создать поверхность SLA, наши импланты обрабатываются оксидом алюминия. Фракция песка, если посмотреть под микроскопом, имеет треугольную форму, а титан, он сам материал мягкий. И вот с помощью, под потоком подается оксид, или песок, и оббивает нашу поверхность, создавая кратеры.
макроповерхность. Для создания РБМ-поверхности используется тоже песок, оксид, но не алюминия, а кальция. Установка, на которую накручиваются импланты. Потом этот барабан переворачивается, устанавливается... Вот прям на заглушке. Вот видите заглушку? Да. Чтобы создать ту самую SLA-поверхность, дальше наши имплантаты после пескоструя должны обработаться в кислотах. Да. Для создания SLA-поверхности, опять же, это рецепты выдерживаются, вот процентное соотношение там плавиковой, серно-соляных кислот, но используются именно эти кислоты для создания микрошероховатой поверхности. Когда создается такая поверхность, то она имеет полную структуру, очень схожую с нашей костью, то есть такая же губчатая становится. Поэтому клеточки крови отлично врастают, да, и наш имплант интегрируется с костью. После кислот наши импланты очень много раз промываются, примерно 7 раз, чтобы мы избавились от кислот и от оксида алюминия, который мог остаться на поверхности импланта. Дальше опять производится контрольная микроскопия, которая доказывает, что не осталось ничего на поверхности. Ни кислоты, ни алюминия. А также здесь есть возможность делать твердое анодирование. Твердое анодирование – это нанесение оксидной пленки, которая наш имплант, условно говоря, так запекает. Вот как раз твердое анодирование используется для создания РБМ-поверхности. Промыли, проверили, помещаются в спиртовой раствор, и только в спиртовом растворе переносится в чистую комнату, чтобы больше на них не могла попасть никакая пылинка, песчинка. В специальные емкости со спиртом и в чистую комнату. Пойдемте, я покажу чисто. Наши мощности вообще могут производить от самых-самых мелких точных деталей, которые нужны в аэрокосмической промышленности, например, в ювелирной промышленности, там, где нужна высокая точность. Все остальное – это реально лаборатория и пескоструйная, то, в чем нуждается медицинская продукция, а именно имплантаты. Любые мультиюниты, любые титановые платформы, все, что только взбредет в голову. Завод IBM Technology, который производит Bowers Implants, дентальные импланты и медизделия разного качества для остеосинтеза, для нейрохирургии. Самый передовой завод в Украине и, в принципе, последний открывшийся в мире. После нас еще ни один завод не открылся. Поэтому мы смело утверждаем, что это самый инновационный завод. Здесь собраны лучшие мощности, лучшие машины, механизмы, которые существуют.